большой такой истребитель. Единственный из истребителей, который классифицируется как корабль, и летчик, сидящий в первой кабине, в передней, он командир корабля, и там не звенья, 4 самолета — это не звено, это отряд. Вот, то есть вот такая серьезная машина, аналогов которой в мире нет. И, в общем-то, после ее появления американцы со своим недосягаемым SR-71 Blackbird его сняли с вооружения. Две летных смены на сегодня в плане, и на стоянке ждут нас корабли. Заря разлилась алой краской в Пятом океане, со штурманом отчаянным от земли. Рев двух сердец, двух пламенных моторов, нас, граждане, за грохот упрекнут. Но кто-то в небе нас проводит восхищенным взором, отряд уходит с громом на маршрут. Кругом волшебных облаков убранства, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Под крыльями поблескивают реки, и небо по маршруту как проспект. Там на земле нас ждать остались вынутые чеки, и значит на чеку боекомплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком отчаянно носиться на различных эшелонах в погоне за каким-нибудь врагом. Кругом волшебных облаков убранства, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. По облакам корабль, как по волнам, хоть 40 тонн, а словно налегке. И если что, мы можем при желании на полном увидеть звезды днем на потолке. Ну а пока увидеть бы Илюшу в просторе океана голубом. Кораблик наш воздушный, он ведь тоже хочет кушать, он пьет, а наши нервы узелком. Кругом волшебных облаков убранства, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Как в гавань корабли идем снижаясь, отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, пока машины техники чехлят. Усталые, но радостные лица, и громче нет звенящей тишины. Дай бог нам уходить в полет по плановой таблице, когда по плану, значит, без войны. Кругом волшебных облаков убранства, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом великой и родной страны.
Спасибо.